10 января 2019 года, школа «Полюс», микрорайон «Мыс Астафьева». Посмотрите, во что превратили школу. Это не вина руководства. Это вина наших надзорных органов и администрации, что они эту ситуацию пытаются размазать. Вот подоконники. И школа постоянно убирается. Здесь учатся дети. И дети всем этим дышат. Когда же в конце-то концов Роспотребнадзор будет выполнять свои функции? И работать не на стивидоров, а на граждан.